Облик Чебоксарской набережной совсем скоро может измениться. Лодочные станции, которые уже много лет прописаны вдоль берега Волги, недалеко от центрального пляжа, перенесут в другое место. Этот вопрос уже решен, говорят в администрации столицы. Еще в прошлом году в ходе проверок Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение использования берегоукрепительных сооружений городского водохранилища и предложила владельцам лодок сменить дислокацию. На выбор предлагалось несколько мест, но уже с другой стороны порта. Понятно, что лодочники встретили решение прокуратуры и администрации в штыки. Тяжело уходить с нажитых мест, где все под рукой. А главное, центр города рядом. Владельцы пытались протестовать, но закон есть закон, и нарушать его нельзя. Проектной документацией и экспертизой проектной документации гидротехнического сооружения строительство, возведение и размещение на теле ГТС вышеуказанных строений и объектов не предусмотрено. Лодочники выходили с предложением внести изменения в проектную документацию, но и это в соответствии с законодательством невозможно, говорит Алексей Ладыков. Проектная документация подлежит государственной экспертизе только в случае его реконструкции, консервации либо ликвидации. Природоохранная прокуратура дала возможность и время чиновникам и лодочникам найти решение по этому вопросу до 1 октября. В противном случае в дело вступят судебные приставы и начнут сносить строение на лодочной станции. Столичная администрация предложила перенести все станции на новое место. На территорию, которая располагается ниже Чебоксарского речпорта на Казанской набережной. Пока там будут готовить инфраструктуру, старую базу трогать не будут. Татьяна Леонтьева, Надежда Якулева, Сергей Рябчиков, Республика. Острова.